Энджи стал пропуском для студии Кена Акуямы «Высшее общество». Если раньше машины бывшего креативного директора Пининфарина развивали в районе 300 лошадиных сил, то эта модель с V12 от Ferrari выдает более 700. Будет выпущено 5 машин, и, поговаривая, далеко не вся квота раскуплена. И это при том, что представили Энджи еще в 2016-м, стоимость которого составляет $2.5 миллиона США. Apollo Intensa Emozione. После ухода Роланда Гумперта немецкая компания «Гумперт», переименованная в «Аполло», переживает свое второе рождение. И делает это успешно и дерзко с помощью суперкара «Intensa Emozione», который будет выпущен тиражом 10 экземпляров. Экстремальное купе заточено под трек, о чем говорят и предельная легкость шасси. И гоночная подвеска рассчитана на боковое ускорение до 2G. Данная роскошь обойдется в $2.7 миллиона США. Бугатти Широн. Если в дисциплине 0-400-0 шведы уже уделали французов, то в отношении максимальной скорости свое последнее слово Широн еще не сказал. Заезды состоятся только в этом году. Сможет ли он обойти Коенсгек, скоро узнаем, но по ценам Широн уже опережает конкурентов. Базовая модель стоит почти $3 миллиона США. Ferrari FXXK. Тройку самых дорогих машин мира открывает Ferrari FXXK Evoluzione, которая стоит более $3 миллионов США. Как и все машины серии XX, новая суперэкстремальная Ferrari FXXK Evoluzione окутана ореолом тайны. Чтобы получить точные ответы на все интересующие вопросы, нужно всего ничего. Быть владельцем нескольких классических Ferrari и еще модели La Ferrari. Тогда, возможно, итальянцы предоставят вам шанс приобрести их самое высокоскоростное детище, созданное для трека, которое, однако, клиент никогда не сможет забрать домой. Aston Martin Valkyria. На втором месте расположился Aston Martin Valkyria. Уже в 2019 году Valkyria отправится на дороги общего пользования. Суперкар стал совместной разработкой гоночного подразделения Aston Martin и формульной команды Red Bull Racing, а к его созданию приложил руку великий Эдриан Ньюи. Поскольку машина является передвижной витриной высоких технологий, стоит она подобающе $3.2 миллиона США.
кармане зонда HP Barchetta. В нашем рейтинге с колоссальным отрывом лидирует одна из последних зонда маэстро Горацио Пагани. Одна из последних, потому что мы больше не рискуем называть хоть какую-то зонду последней. Абсолютно неподражаемая Barchetta имеет тираж 3 экземпляра, один из которых принадлежит основателю компании, второй – неназванному бизнесмену. А вот третий, похоже, своего владельца не нашел. Наверное, всему виной цена в 15 миллионов долларов США. Wow.